уважаемые любители пляжного волейбола, очередной приинтереснейший матч женской части Кубка России по пляжному волейболу. Борьба за выход в полуфинал турнира. Ну а сейчас, по традиции, судейская бригада предстоящего матча. Встречайте, ваш судья на вышке Татьяна Мартыш, город Санкт-Петербург. Второй судья предстоящей встречи — Ульяна Кузьмина, Московская область. Представляем составы играющих команд. Команда волейбольного клуба «Энергия», команда ВТБ. Встречайте, под номером один — Ольга Мотрич. И под номером два — Мария Ушкова. Их соперницы в черных топах представляют город Краснодар. Встречайте, под номером один — Надежда Макрагузова. И под номером два — Екатерина Макрагузова. Ну что ж, друзья, теорема вновь достаточно проста. Победитель этого матча отправляется в полуфинал Кубка России и встретится с дуэтом Анастасия Барсук — Мария Прокопьева. Проигравший в этой встрече покидает соревнования. Ну что ж, поехали. Первая партия. Сестер Макрагузовых. Пятая по ходу первой партии этого матча. 5-6. Мария Ушкова на подаче. Волейбольный клуб «Энергия», команда ВТБ.
И это очком шестое, дорогие друзья. В копилке по ходу первой партии сестер Макрогузовых. Блестящие у сетки действуют в этом эпизоде. Надежда Макрогузова. 8-9. Друзья, и уже со счетом 13-9 вперед вырываются Ольга Мотрич и Мария Ушкова по ходу первой партии этого матча. Мария Ушкова! 14-9, дорогие друзья! Я напомню, что для Ольги Мотрич и Марии Ушковой это уже вторая игра за сегодняшний день.
Подача в сетку. Так вот, закончу мысль. В 12:30, дорогие друзья, стартовал матч Ольги Мотрич и Марии Ушковой против девушек из Ростова-на-Дону. Это аут, дамы и господа. Очко в пользу сестер Макрогузовых. Так вот, выиграли, естественно, свой матч Ольга Мотрич и Мария Ушкова, поэтому они, собственно, играют в этой игре, но пауза на отдых была совсем небольшой. Сестры Макрогузовы, в свою очередь, дорогие друзья, сегодня еще не играли. Это первая встреча для Надежды и Екатерины по ходу сегодняшнего игрового дня. Это аут после подачи Ольги Мотрич. Ну и, собственно, вот в этом матче и решается судьба последней, четвертой путевки в полуфинал Кубка России. Дорогие друзья, по ходу первой партии в пользу Ольги Мотрич и Марии Ушковой. Плюс 5. 18-13. Это 14 очков в пользу сестер Макрогузовых. Надежда отправляется на подачу. И свои первые сетболы в первой партии зарабатывают Ольга Мотрич и Мария Ушкова. Первый сетбол. Первый сетбол. Отыгрывают. Сестры Макрогузовы. Смена сторон на первом корте происходит при счете 15-20. Еще 5 попыток взять первую партию. О, Мотрич и Ушковой. Сетбол номер 2. Партия, дамы и господа. Именно с таким счетом первую партию выигрывают Ольга Мотрич и Мария Ушкова. 1-0. Повели девушки, представляющие волейбольный клуб «Энергия», команда ВТБ. Я
Я напоминаю, дорогие друзья, уважаемые любители пляжных видов спорта, что, как и вчера, с 18.00 на центральной арене Центра пляжных видов спорта «Динамо» пройдут матчи женского пляжного футбола. Это будут матч за третье место и финал турнира. В матче за третье место встретятся две московские команды. Ну, в целом, все четыре московские команды принимают участие в турнире, потому что эти соревнования являются отборочным турниром от Москвы к чемпионату России по пляжному футболу. Ну и, соответственно, 18.00 команды «Спартак Москва», «Торпедо Москва» поборются за бронзовые награды. И в 19.00 финал, команда «Русбалт» против команды «РГАО». Аббревиатура университета, Тимирязевская академия. Ну и вот, собственно, в 19.00 финал турнира по женскому пляжному футболу. На центральной арене добро пожаловать. Великолепный розыгрыш, он происходит на самом старте второй партии матча. 1-0 повели Ольга Мотрич и Мария Ушкова. Первая смена сторон во второй партии состоится при счете 3-4. Ну что ж, очередной потрясающий розыгрыш, дорогие друзья. И победа очков в этом розыгрыше достается Ольге Мотрич и Марии Ушковой. 5-3.
Таким образом, дорогие друзья, счет по ходу второй партии сравнялся 8-8. Атаки Надежды Макрогусовой. 10-8. Мотрич, Ушкова. Точно в корт. Мария Ушкова. Волейбольный клуб «Энергия», команда ВТБ. Плюс 3. 11-8. Технический тайм-аут на первом корте при счете 10-11. Упорная борьба в рамках второй партии этого матча. Я еще раз напоминаю, дорогие друзья, что разыгрывается последняя, четвертая путевка в полуфинал Кубка России. В женской соревновательной части в первом полуфинале завтра встретятся Александра Моисеева и Екатерина Сырцева, представляющие волейбольный клуб Подмосковье, против Юлии Абалакиной и Ксении Добиже, которые представляют Центр спортивной подготовки город Москва. Ну а победитель этого матча, за которым мы с вами сейчас наблюдаем, в полуфинале встречается с представительницами волейбольного клуба Подмосковье Анастасией Барсук и Марией Прокопьевой. Так что, так или иначе, интереснейшие полуфиналы у нас получаются. Что касается мужской сетки соревнований, то пока полуфинальные пары там не сформированы. Но мы знаем имена двух команд полуфиналистов. Величко Сиволап и Лихолетов Лешуков. Но они сыграют не между собой, дорогие друзья, в полуфиналах. Они ждут своих соперников. Ну что ж, смотрим далее. 10-11. Ольга Мотрич. We'll be right back.
пользуются удачными атаками спортсменки. 11-12. Очко по ходу второй партии для сестер Макрогузовых. Екатерина отправляется на подачу. Ольга Модрич. 15-13. Ну что ж, точно в корт играет Ольга Модрич. 16-13, дорогие друзья. Напомню, что 1-0 по партиям выигрывают Модрич, Ушкова и тайм-аут. Тайм-аут попросили краснодарские спортсменки Надежда Макрогузова и Екатерина Макрогузова. Ты сегодня мне принес ни букет из пышных роз, ни тюльпаны, ни лилии. Протянул мне робко ты очень скромные цветы, но они такие милые. Ну что ж, судя по всему, не было тайм-аута, возможности взять тайм-аут в этом эпизоде у спортсменок. И мы продолжаем, дорогие друзья. Мария Ушкова на подаче. Желтую карточку еще, кстати, предъявил судья этого матча. Предъявила судья этого матча. Спортсменки, ну и поехали. Мария Ушкова на подаче. Очко в пользу сестер Макрогузовых. Екатерина атакует надежно. 14-16. Надежда Макрогузова на подаче. Точно в корт! Екатерина Макрогузова! 15-16! Практически догоняют своих соперниц краснодарские спортсменки. Но вот теперь уже точно тайм-аут, который берут Ольга Модрич и Мария Ушкова. Thank you.
Мария Ушкова. 17-15, дорогие друзья, но, по сути, близимся мы к кульминации. Второй партии. Плюс 2 очка у девушек в желтых топах. Безупречная атака в исполнении Надежды Макрогузовой. 16-17. Ну а теперь абсолютно безупречная атака в исполнении Ольги Мотрич. Ну да, дамы и господа, это уже кульминационные моменты второй партии. Затаив дыхание, смотрим. Ушкова на подаче. Обмениваются великолепными атаками спортсменки по ходу этого игрового отрезка. Теперь уже Надежда Макрогузова блестяще атакует. Смена сторон при счете 17-18. Девятнадцать-семнадцать. Мотрич Ушкова в борьбе за выход. Полуфинал впереди. Плюс два. Это аут, показывают судьи. 18 очков в пользу сестер Макрогузовых. И это... матчболы, дорогие друзья. Два матчбола для Ольги Мотрич и Марии Ушковой. 20-18. Ну что ж, друзья, первый матчбол отыгран после подачи в сетку. Матчбол номер два. Невероятно, друзья, отыгранный второй матчбол. Счет становится 20-20. Два матчбола отыграли сестры Макрогузовы. Продолжаем. Матчбол номер три. 21-20. Отыгранный третий матчбол, дорогие друзья. Смена сторон при счете 21-21. И сумасшедший блок! Надежды Макрогузовой! Сетбол! Первый сетбол для сестер Макрогузовых. Сумасшедшая партия, дамы и господа, которую со счетом 23-21 выигрывают сестры Макрогузовы. Сравниваю счет, отыграв три матчбола, уважаемые любители пляжного волейбола. Вот за это мы и любим этот вид спорта. Ну что ж, дамы и господа, впереди нас ждет третья партия до 15 набранных очков. Тайбрейк, в котором и определится судьба последней четвертой путевки полуфинал Кубка России. We'll be right back.
Дорогие друзья, потрясающая игра, и это тайбрейк до 15. Ну что, смотрим. Дамы и господа, уважаемые любители пляжного волейбола, 0-0, поехали. Подача Марии Ушковой. 1-0. Волейбольный клуб «Энергия». Команда ВТБ. Впереди на тайбрейке. И 2-0 в пользу Ольги Ботрича и Марии Ушковой. Конечно, будем вспоминать мы вторую партию, дорогие друзья. Три матчбола отыграли сестры Макрокузовой, перевели игру на тайбрейк, но сейчас 2-0. В этом эпизоде небольшой аут. Это первое очко для сестер Макрогузовой по ходу тайбрейка. 1-2. Ну, вот, собственно, отвечает хорошей подачей и спортсменка в черном топе. Это Надежда Макрогузова. 2-2. Ольга Ботрич, смена сторон. Смена сторон при счете 3-2. В пользу Ольги Ботрич и Марии Ушковой. Екатерина Макрогузова. Великолепная подача в исполнении Екатерины Макрогузовой. Теперь уже врываются вперед краснодарские спортсменки. 4-3 плюс 1. Очко в пользу Ольги Ботрич и Марии Ушковой. 4-4. Смена сторон. Счет 5-5. Потрясающая игра, уважаемые любители пляжного волейбола. Борьба за последнюю четвертую путевку в полуфинал Кубка России. Ботрич на подаче. Ошибаются немного в этом эпизоде краснодарские спортсменки. И со счетом 6-5 вперед вырываются Ольга Ботрич и Мария Ушкова. Плюс один у девушек в желтых топах. Это эйс Ольга Ботрич. И тут же тайм-аут, дорогие друзья, берут тут же тайм-аут, берут Екатерина и Надежда Макрогузовы. Итак, во время которого, дамы и господа, я напоминаю, что в следующем матче на центральном корте, на корте номер один у нас мужчины появятся на площадке. И, дорогие друзья, это будет следующее противостояние. Сергей Алфимов, Александр Куло против дуэта из города Санкт-Петербург выходит так. Андрианов, Сафонов, дамы и господа. Вот, получается, какой у нас матч будет следом на центральном корте. Ну и, собственно, это будет матч за путевку в полуфинал. Две мужские пары полуфинальные мы с вами уже знаем. Игорь Величко и Максим Сиволап. Александр Лихолетов, Илья Лешуков уже обеспечили себе место в полуфинале турнира. Ну а все игры, дорогие друзья, уважаемые болельщики, не забывайте о том, что все завтрашние игры турнира по пляжному волейболу в рамках вторых всероссийских пляжных игр состоятся на центральной арене Центра пляжных видов спорта «Динамо».
шоу-то же в этом эпизоде небольшой аут. 6 очко для сестер Макрогузовых. Так что сейчас уточню у коллег, дорогие друзья, точное начало время матчей завтрашних и вам об этом сообщу. Атака в исполнении Надежды Макрогузовой. 7-8. Да, дорогие друзья, ничего не меняется. Стартуем мы завтра в 10 часов утра с полуфинальных игр. Но все у нас, соответственно, пройдет только лишь на центральной арене. Приходите. Ну что ж, друзья, под аккомпанемент дождя этот потрясающий матч будут завершать Ольга Мотрич и Мариушкова, а также сестры Макрогузовы. Точно в линию! Мариушкова, дорогие друзья, и это 11-7 по ходу тайбрейка в пользу дуэта Мотрич-Ушкова. Плюс 4. Точно в корт. Надежда Макрогузова. Интереснейший матч, дамы и господа. Просто великолепный. И завтра одну из этих команд мы увидим в полуфинале. Очередной великолепный розыгрыш, дорогие друзья. Это очко в пользу Ольги Мотрич и Надежды. Ольги Мотрич и Марии Ушковой, естественно. Ну и, собственно, по-моему, дождь закончился какой-то был непонятный. Пока что, ну и хорошо. 12-8. Мария Ушкова на подаче. Надежда Макрогузова, 9-12. Тайм-аут, дорогие друзья. Во время которого вам напомню, уважаемые любители пляжных видов спорта, что сегодня у нас на самом деле очень обширная программа еще. Два матча на первом корте мужской части Кубка России по пляжному волейболу. Будут определяться полуфиналисты, а в 18.00 на центральной арене, соответственно, стартуют решающие матчи турнира в рамках вторых всероссийских пляжных игр по женскому пляжному футболу. Соответственно, в 18.00 там будет сыгран матч за третье место, в 19.00 финал. И после финала торжественная церемония награждения. То есть вот таким образом сегодня у нас определятся очередные обладатели комплектов наград. И это будут представительницы женского пляжного футбола. Сегодня турнир у них завершается. В 18.00 матч за бронзу. В 19.00 матч за золото. Так что, дорогие друзья, добро пожаловать. Мы продолжаем. Но самое интересное нас ждет сейчас, потому что все мы просто, затаив дыхание, хотим узнать, кто же, дамы и господа, одержит победу в этом увлекательном матче. Дамы и господа, 12-9. Мотрич Ушкова впереди. Ну что ж, Трос немного приходит на помощь сестрам Макрогузовым в этом эпизоде. 10-12. И вторая подряд удачная подача. Браво! Это Надежда Макрогузова, дорогие друзья.
Мария Ушкова. 13:11. Это небольшой аут. 12 очков в пользу сестер Махрогузовых. И смена сторон. Смена сторон на корте номер один. Ну что ж, и не разобрались, дорогие друзья, кому же принимать мяч в этом эпизоде. Ольга Мотрич и Мария Ушкова. И таким образом, друзья, счет сравнялся. 13-13. Ой, какой матч. И какая ошибка, дамы и господа, это будет матчбол. Это будет матчбол для сестер Макрогузовых. 14-13 на тайбрейке. Смотрим. Ох, какая мощная атака в исполнении Ольги Мотрич. Отыгран матчбол. Матч отыгранных матчбол. Ну что, 14-14. Продолжаем как минимум до 16 набранных очков. Ушкова. Ну, друзья, за такие игры мы и любим пляжный волейбол. Конечно, невероятный нерв. Вот ножа, говорят, в таких ситуациях. И смотрим дальше. Мария Ушкова на подаче. Матчбол. Отыгран матчбол, друзья. Смена сторон на первом корте. На подачу отправляется Надежда Макрогузова. 15-15. Это аут, дорогие друзья. И это матчбол сестры Макрогузовы. Великолепная атака, но стальные нервы, дамы и господа, у девушек. Просто стальные. Матчбол за матчболом. В одну, в другую сторону и вновь счет равный. 16-16. Это аут, это матчбол Мотрич Ушкова. Это аут, дорогие друзья, показывает судейская бригада. И, соответственно, матчбол таким образом отыгран. 17-17, тайбрейк. Судьи, и это очко в пользу сестер Макрогузовых. Матчбол Надежда и Екатерина. Смена сторон.
Ну, друзья, все-таки иногда вот эти самые стальные нервы не выдерживают. На матчболе подача в аут. И счет вновь сравнялся. 18-18. Матч турнира, наверное, пока, друзья. Смотрим дальше. Ушкова на подаче. Модрич с помощью великолепной игры в защите от Марии Ушковой зарабатывает 19 очко для своей команды. И это очередной матчбол. На матчболе подача в сетку, друзья. 19-19. Ну, то есть сыграли, дорогие друзья, достаточно стандартную третью партию. До 21 очка уж точно. Ну что ж, дорогие друзья, очко в пользу сестер Макрогузовых. И это очередной матчбол 20-19. И это аут, дамы и господа. Этот потрясающий матч. Давайте, во-первых, поаплодируем девушкам, дамы и господа. Это был невероятный матч, просто потрясающий. Но в котором победу вырывают сестры Макрогузовы и выходят в полуфинал турнира. Благодарим Ольгу Модрич и Марию Ушкову. Это было потрясающее выступление. Ну что ж, давайте немного передохнем. Это было невероятно круто, но передохнем мы совсем чуть-чуть. И далее, как я уже анонсировал, мужской матч за выход в полуфинал. Александр Кула и Сергей Алфимов, дорогие друзья, выйдут на корт номер один. И сыграют они с Василием Андриановым и Антоном Сафоновым. Ну что ж, это случится буквально минуток через 8-10. Немножечко передохнем.